А перед началом урока хотел бы попросить тебя две просьбы. Поставь лайк этому видео и подпишись на канал. Мне будет очень приятно, и в будущем будет много интересного контента. Спасибо заранее. Хай всем, с вами Старко. Сегодня я решил записать обзор на игру под названием FR Legends. Это гоночная игра в стиле дрифта, где нам предстоит дрифтовать на разных машинах, на разных трассах. В Play Market она, конечно, не полная версия, но в этой игре уже практически все есть для того, чтобы дрифтить. В игре нету еще карьерного режима, но есть уже другие режимы, такие как туториалы, практика, парный дрифт, дрифт в одиночку, режим Джейн Хана, где нам предстоит на машине выполнять различные трюки в виде дрифта. Также в игре есть мультиплеер, но минус в том, что она недоработанная, то есть бета. Я, конечно, в нее ни разу не заходил, но думаю, после скачивания вы сами можете в нее поиграть. Так, ну давайте посмотрим, что у нас имеется наличие из тачек и гаражей. Ну вот у нас будет вот такой изначально гараж. Можно на машину два раза нажать и посмотреть, что можно изучить и поменять. Можно покрышки поменять, можно диски поменять. Любой формы, любого цвета и размера. Абсолютно. Вот даже если там самый колхозный, но только на 4 колеса сразу. Можно вот такие штуки поставить. И такие, правда, в игре они не особо понравятся. Такие штуки для, не знаю, для чего они будут. Крышу можно будет поставить. Можно капот поставить любой. Что тут? Еще вот такие штуки можно поставить. Я не знаю, как они называются. Напишите в комментариях. Рамы для колес, типа, возможно. И сзади тоже можно вот поставить. Можно пружины поменять, но я синий купил. До съемок, после съемок точнее, и не почувствовал никакой разницы. Что у нас еще имеется? Вот тормозные колодки можно поменять цветом. Можно вот такие штуки сделать, но они уже за золото вот в углу будут. Спойлер абсолютно любой можно поставить. Их тут дохуище можно вот на свой вкус выбрать и поставить. Также можно пороги поставить. Думаю, вы сами потом разберетесь. Можно внутри салона поменять руль на свой. Можно также поменять кресло своего вкуса. Можно также и ремень добавить, спидометр поменять. Вот такие вот штучки можно подать, спидометры дополнительные. Также и вот эти вот штуки висящие можно добавить. Что еще можно добавить тут? Можно вот, как я говорю, ремень поддобавить. Можно также ручник добавить любого цвета и формы. И самое главное, это тормоз. Можно вообще большой вот такой поставить тормоз, который будет вообще легко заделывать. Ну, также можно поменять цвет автомобиля и граффити накинуть. Платный, неплатный, свои создать. Это я, конечно, не совсем понял, что это делать, но, как я понял, максимум это наклейки можно сделать. Здесь машину можно прокачать насчет двигателя и турбины. Сейчас я пока что прокачиваю двигатель, а турбину не особо я прокачиваю, потому что слишком дороговато, ну и не особо эффективно. Также можно любой двигатель купить изначальный, и потом этот же двигатель и улучшать. Есть настройка с подвеской, где мы можем раздвинуть колеса и перевернуть, ну развал сделать, и спереди, и сзади. Ну то есть не отдельно, по отдельности можно будет это сделать. Также в игре можно и золото заработать только двумя способами. Донатить автору этой игры и за счет рекламы в игре, которая не снимается за это интернет. Если вы не поняли, то попробую объяснить более понятным способом. Чтобы заработать денег, нам предстоит посмотреть рекламу самой игры. Ну то есть всего лишь наклеечки, как я там уже увидел и тому подобное. Но я не могу это сейчас показывать, потому что все, что там есть, я же просмотрел только на следующий день это все делается. А что насчет режимов? Да вот, парный дрифт можете сейчас посмотреть.
вы, в принципе, увидели, как в этой игре можно дрифтовать. Но, конечно, я не особо крутой дрифтер, но я в эту игру всего лишь играю одну неделю. Поэтому, если бы вы увидели, что я в первый день пытался, то вы бы охуели, насколько я ужасно дрифтовал. Ну, вот сейчас тоже показываются все камеры с обычного обзора. Ну, и там были с обзора, который на машину. Из машины, точнее, можно вот смотреть. Сейчас можно и из другой машины посмотреть. Практически на все есть камеры. Даже взяли камеры из флотаута второго. Здесь также есть квадрокоптер, который можно вот здесь вот перемещаться. Но это управление не особо удобно с первого раза. К нему надо привыкнуть. Можно убрать весь интерфейс вот так вот чисто вот глазами просмотреться. Также можно и что-нибудь снимать с помощью такого квадрокоптера. Ну, думаю, тоже хорошая штука, но к этому надо привыкнуть. В целом, игра даже очень неплохая. Я бы поставил оценочку 8,5 из 10. Но там есть маленькие косяки или там минусы, которые могли бы и без них. Ну, если бы их не было, то мог бы поставить даже практически 10 из 10. Я, конечно, не особо мастер по оценкам ставить, но все равно это хотя бы 8,5 из 10. Ну, первый минус, как я думаю, или плюс, то, что это мультяшная графика. Ну, да, это, конечно, хорошо, то, что малые устройства потянут, хоть даже Nokia может потянуть, если его бы вообще понастроили на эту игру. Но некоторым же людям захочется больше с такими функциями. Если в этой игре практически все есть, ну кроме большого автопарка машин, то хотелось бы и графику хорошо сделать. Ну, в принципе, графика-то не важна. Самое главное, это мультяшная анимация, и то хорошо нарисована. А второй минус, как я думаю, не знаю, точно минус или нет, но именно для меня минус. То, что машины здесь узкие. Там только Марк был хорош и еще какая-то машина. Ну просто если посмотреть на машины из других игр, которые в основном они так выглядят, и на вот эту вот, то я не знаю, зачем они так узко сделали, а Марк оставили таким большим. Но я думаю, то, что это, наверное, влияет на дрифт. То, что если узко, то хорошо управляется. Ну, в общем, это тоже как бы не особо минус. Но самый главный минус, это третий минус, где, допустим, представим, если вы стоите на месте, у вас 0 км в час, и вы хотите разогнаться до 50 км, вы держите газ, нажимаете на газ, а у вас оборотов где-то, допустим, у вас начальные обороты стабильные, 1000 оборотов, если вы без газа, то вы даете газ, то он потихоньку у вас увеличивается со скоростью, а не сразу там 7000. Ну, если обычно держать сцепление, а потом опустить и нажать на газ. Я имею в виду все время держать газ, то, конечно, обороты должны быть на высоте там 6-7 тысяч. Поэтому, думаю, это минус. Я не знаю, я тут даже турбину взял, но никакого эффекта не почувствовал. Ну, на этом все. Если вам понравился этот ролик, то поставьте лайк и подпишитесь на канал. Мне будет очень приятно. Всем спасибо за просмотр. С вами был Старко. Всем удачи, всем пока.